Бой начинается. Всем привет, с вами канал 20 FPS. Просили меня записать с озвучкой, с комментариями моих действий в видео. Давайте сегодня и попробуем. Итак, карта у нас Эрленберг, встречный бой. Играю я на немецкой ПТ 8 уровня Скорпион. Что же мы делаем? Как обычно, едем в этом режиме направо. Отжимаем свою половину карты. Все сейчас, кто попадутся впереди, их нужно быстренько убивать и возвращаться на центр, либо на место нашего респа. Итак, едем мы с Вазиком. Команда пока тянется. Враг обнаружен. Вдвоем он подсвечивает бульдога. И я хочу дать по нему шотку. Но что происходит, смотрите. Я не учел того, что Вазик не доехал до края этого бугра. И тут появляется ищущий. Вазик его просто не заметил. Я подставляюсь под две плюшки. И от бульдога, и от ИСа 6. Очень неприятно. Половину хп я растерял. Я огорчен. Хп растерял. Надо как-то быть теперь более аккуратным. Жду, когда подтянутся наши союзники. И начнем что-то предпринимать. То есть нужно убить в первую очередь этих двоих. И со шестого, и бульдога. Удается дедшот по ИСу. Не стоит забывать, что у противника две артиллерии, поэтому нужно постоянно двигаться, стараться не стоять на одном месте. Вот бульдога забирают, теперь нужно как-то уничтожить со шестого. Славлю его на перезарядку, делаю, выезжаю, хватит, делаю шот. Ухожу на перезарядочку. Третий четверка, наверное, с ним сейчас разберется. Да, Борщ забирает его. Все, фланг у нас чист, половину карту мы отжали. Теперь нужно возвращаться на середину. Слышали, арта отстрелялась. Теперь спокойно занимаем центр, бугорки вот эти. И ждем гостей. Встречаем тех, кто полезет с той стороны на нашу половину. На этой карте в любом режиме происходит отстоялого. Кто-то не удерживает, просто едут и умирают. Но нужно спастись терпением, стоять, ждать, когда враг сам ошибется. Они занимают свою половину, мы свою. Враг обнаружен. И кто кого перестоит. Вот подсвечивается вражеский тигреныш на середине карты. Решил на характере занять базу. Есть пробитие. Цель захвачена. Надо его наказать. Есть пробитие. Видите, моды показывают другие цели, но мне сейчас тигр важнее, так как он ближе ко мне. Нужно его убить, чтобы он меня случайно не подсветил. Есть фраг! Ну а теперь можно переключиться на остальных. Ждем подходящую цель. Но с выстрелом у нас не задалось. Ну ничего, будем пробовать дальше. То есть стоим, смотрим на круги отрисовки. На круги обзора, вернее. Никто нас не засвечиваем, стоим без кустов. Просто отстреливаем на тех, кто башен ломит на нашу половину. Второй готов! Второй фраг. Кстати, АПТ. Маскировка у нее не особо. После выстрела светится. Орудие пробивное. Альфа хорошая. Восьмерок уничтожает. Третий готов. С десяточками. Иногда загружая голды. Долго привыкал к ее траектории полета снаряда. Четвертый фраг. Калибры в этом плане лучше, то есть они летят быстрее и более такая ровная траектория.
На упреждение стрелять ББшками очень тяжело. Трудно угадать это время упреждения. Тем временем забрали светляка, Кромвеля. Ну и надо теперь поддавливать, забирать оставшихся. 44-ка пытается куда-то здесь убежать. Но бежать ей уже некуда. Сейчас перезарядимся и будем добирать 44-ку. Аккуратненько выкатываем. Ведь видите, пробитие хорошее, но от рикошетов никто не застрахован. Добираем 44-ку. Пятый готов. Пятый фраг. Хотелось бы и воина. И вот он. Летит второй Кромвель. Свожусь, чтобы наверняка... Шестой готов. И шестой готов. Шестерок, конечно, с такой альфой уничтожать одно удовольствие. То есть, особенно если они уже покусаны, лопаются как пузыри. Обнаружен противник. Что еще нужно прем-танку? Чем больше урона, тем больше кредитов привезешь в конце боя. Видим арту. Сводимся. Тут дает по ней шот. Повредил орудие. И мы только всего лишь повредили ей орудие. Такие моменты, конечно, напрягают. Бывает, что очень часто просто попадаешь в гуслю без урона. Выстрел за выстрелом. Либо вот такие вот ситуации. У противника остается два танка. Надо успеть откусить от них кусочек. Тороплюсь и выстрел делаю мимо. Надо наверстать упущенный урон. Сближаюсь с ним. Цель захвачена. Стреляем. С близких дистанций вполне удобно стрелять с автоприцела. Все, остался один танк у противников. Нужно его подсветить. И в принципе шансов у него никаких. Ну вот он засвечивается. Делаю выстрел на удачу. Без результата. Понимаю, что мы тут перестреливаться не можем очень долго. Решаю сблизиться. У меня больше чем 500 хп, поэтому как бы рассчитываю на то, что с одного выстрела он меня не заберет. Враг обнаружен. Да и шо? Наводчик контужен, у них как так? Наводчик контужен. А вот как. Танк уничтожен. Наводчик оказывается контужен. Союзный Наводчик тигр первый. Этот красный специалист. Танк уничтожен. Да он нашел. Наводчик контужен. Разброс увеличивается. Танк уничтожен. На результате боя это, конечно, никак не отразится, но все-таки неприятно. Враг обнаружен. Ну вот, союзный 34-ка забирает вражескую. И на этом бой закончен. Всем спасибо, кто смотрел. Оставляем свои комментарии под видео. Нужна такая озвучка или нет? Ставим лайк под видео. Подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующее. Всего доброго, до новых встреч, пока.